Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю коз, с вами Saint, мы с вами сыграем в игру под названием Goat Simulator 3. Продолжение легендарного симулятора про козлов и коз. Делать можно все, что угодно в данной игрушечке. Мы с вами посмотрим, что реализовано в этой части. Тройной прыжок. Прыгайте в нужный момент, чтобы достичь новых высот. Раньше чистые угодья. Хорошо, что нам хотя бы одну подсказку дали. Я нажал на X, чтобы дали следующую, но игра уже загрузилась. Кто-то нам представляет... Это мы? Goat Simulator 3. На превьюшку пойдешь так, нет? А, это наши друзья, вот. Эй, ты не спишь? Я твой новый хозяин. Я бы на тебя посмотрел, но надо смотреть на дорогу. Безопасность прежде всего, да, и полицейские не дремлют. В общем, сейчас самое подходящее время рассказать тебе всю предысторию. Пока ты там по сторонам смотришь. Это экспозиция называется. В играх и фильмах это обычное дело. Но часто этого вообще не замечаешь. О, смотри, свиньи. Здорово, свинюки. О, еле пронесло. Слышь ты, руки на руле держи. Надо тебе все объяснить, пока вступление не закончилось. Ехать уже недолго. Гляди, почти приехали. Так ты ничего не объяснил, слышь, мужик. Так, с чего начать? Давай объясняй. Я тебя поймал, потому что репутация у тебя та еще. Знаю о твоих похождениях в Козвилле и заливе Гоут-Сити. Говорят, даже космос от тебя взвыл. Ты человека задавил. И не знаю, насколько этому можно верить. Столько подражателей появилось. Пил горжателей. Пытаются присвоить себе твои заслуги. Но это все в прошлом. Теперь-то ты со мной. Я из тебя сделаю звезду козлиного мира. Ты мне кучу денег принесешь. Я выжму из тебя все соки. Ничто не остановит этот стремительный дуэт. Или трио, или квартет. Это же многопользовательская игра, так ведь? Окей. Ты в курсе, что ты людей давишь? Ты двух задавил только при мне, пока ехал и рассказывал. Приехали. Сейчас я подойду. А что это значит, что из меня все соки выжмешь? Что ты будешь со мной делать? Не надо меня засовывать. Соковыжималку козлинную. Эй, посмотри на меня. Да я смотрю, смотрю. Теперь посмотри туда. Видишь ту башню? Видишь? Шикарная козлиная башня. Слишком шикарная для такого простого, глупого животного, как... Слышь? Сам ты тупое животное. Теперь это твой дом. Я в интернете читал, что эти козлиные башни служат входом в какое-то секретное место. Как по мне, звучит неправдоподобно. Но, может, все-таки проверишь? Просто пообещай, что когда закончится это длиннющее вступление, отправишься в козлиную башню. Если честно, я удивлен, что ты вообще до сих пор его смотришь. А можно пропустить? Ладно, вот мне небольшой подарок за это, за то, что смотрим. А теперь вылезай из моей скайримовской повозки и отправляйся в козлиную башню. Веселись, только не проси возврат денег. Пока. Это скайримовская повозка. А где дракон? На первой локации в Скайриме дракон нападает. Так, перемещение в ASD. Как тройной прыжок делать? Раз, два, нет. Одинарный. Можно шифтить. Боднули предметов 0 из 3. Я выбрался, сучки. Ну, сука, сейчас забодаю. Так, надо коз не бодать других. На нахуй. Покрышку боднем. Лизните и тащите. Что? Можно козу лизнуть? А, я ее прям... В смысле? Ты здоровый? Ладно, отпустим. Тряпичная кукла. Име. Ага, мы притворились. Мы притворились, что мы это самое... Без сознания. Но мы можем передвигаться по стелсу вот так.
Дамы и господа, выключите режим тряпичной куклы. Дайте я в башню пойду. Синхронизироваться. Давай. С башней синхронимся. Ядрём батон, это что такое? Что за магия? Люди преклоняют колено перед повелителем козлиной башни. Короче, в чем суть, дамы и господа? Мы сейчас будем устраивать дестрой. Козлиная башня, синхронизация выполнена. Мы синхронизировались с башней, сейчас мы будем колдовать. Войдите в свой дом. Я готов. Отправьтесь в козлиный замок получить награду. Хочу награду. Ё-моё, у меня хоромы. Да, это я. Это я. Открывай. Ля у козы домина, конечно. Так, а там все на цепях. И что делать? Нужно найти какие-то руны, чтобы открыть цепь. Надеюсь, драургов тут не будет, как в Скайриме. Я, конечно, бодну его, залежу до смерти. Не надо гореть. Запрыгните на стену с разбега, чтобы пробежаться по... Да. У, сука. Не получилось. Давайте потренируемся. Потренируемся, говорю. Так, ну, в принципе, знаете, это очень неплохо. Я вижу, где мы должны пробежать. Так, отлично, паркур выполнен. Как мы его назовем? Генри. Генри это запомнит, да? Получить награду. Ну? Награда где моя? Открывайте ворота! Надеюсь, это не первый босс сразу в игре. А что, только одна цепь? В смысле, это награда моя? Сняли цепь, ни хрена себе. Я думал, там какие-то... Какое-то оружие на... Здорово, это мое оружие? Я думал, какие-то супер рога будут. Не знаю, набалдашники на копыта. Хвост, булава, что-нибудь. Мне принесли метлу. И какой-то... Чан с жижей. А, о, мы расчистили все это. Козлиный замок. Ого, как уютно. Так, замечательно. Что это? Питать мудрость. Теперь вам доступны инстинкты. Таб в меню. Козлиный замок, инстинкты. Сделай сальто назад, получишь 500 мудрости. Как быть козлом? Нажимайте ВСД, зажав правую кнопку мыши. А как тройной прыжок, кстати? Серия прыжков. Нажимайте пробел во время приземления. А, во время приземления, не во время полета. Погоди, я это должен открыть? Ну, давай попробуем. Сейчас, погоди, дружище. Раз, два. Раз, два. Нет. Ну, почти сальто, почти. Встань. Хорош. Козлиный инстинкт. Закрепите инстинкт. Как тройной прыжок делать? Ага, вот тройной прыжок, хорошо. Достигните сверхсветовой скорости при скольжении. Ё-моё. Задание, инстинкт. А как тебя закрепить? Как тебя закрепить? Вот так. Закрепил. Сверхсветовая скорость. Нажимайте R возле силовых кабелей или стальных заборов. У меня снаряжение тут будет. Блин, ну это прям РПГ. Где чувак с этой самой? С метлой. Он сюда же зашел. И помекал мне. Нет? Ладно. А... Мы прикольно так бежали. Световые кабеля какие-то нужно, да, искать? Ну, пошли. Покажите эмоцию. Тут прям все сложно. П-
прям вообще непросто. Я не играл в первую и вторую часть, я видел какие-то геймплеи первой части. Но мне казалось, что игра прям такая раздолбайская, в плане просто ходишь, устраиваешь дестрой. Вот, вот кабель. Ты чё, как ты меня кутом назвал? На, сука. Она говорит, что она умеет летать. Пацаны. Скользить. Скользить. Мы могли скользить. Тут слоумо есть. Охренеть. Я офигею, дамы и господа. Усадьба Семенсон. Работаем? Ты смотри... Да ты чё меня косой? Это самое. Аккуратно, бабка. Мы можем косу подобрать? Я буду коза смерти. Как... Сверхсветовая скорость. R возле силовых кабелей или стальных... стальные заборы. Стальные заборы. Бидон для молока. Бодаем. Стальной забор ищем. Это стальной забор? Это вывеска. Самая большая кукуруза. Там. Где? Кукуруза где? Up ahead. Прямо. Погодите, прям туда или прямо куда показывает кукуруза? Давайте туда сбегаем. Так, вижу зернохранилищ всякие. Ты не знаешь, что это? Это коза. Ты на ферме работаешь, дурнина. На, познакомься с козой. Не знает он, что такое коза. Так. Дамы и господа, если здесь можно ездить на транспорте... А здесь можно ездить на транспорте? На F, как в GTA, не заходим мы, на E. Облизываем комбайн. Чел, ты упал, потому что я облизал комбайн, но это, конечно... Подойдите к лестнице, чтобы подняться по ней. Давай. Ля, у курицы тут какое гнездо. Прям не то, что гнездо, а халабуда такая. Блин, курица тоже козырно живет. Помогите починить комбайн. Да, легко. Что там держит комбайн? А ну-ка развязываем. Замечательно. Сезон урожая. Беспощадная жатва. Можно сесть. С дороги, бедолаги. Коза поехала убирать урожай за вас. Ё-моё. Тормози. Мы тут наэлектризовались немножко, дамы и господа. А где урожай-то у вас тут? Включить сборщик. Мне чисто интересно, вот... Вот эта баба с косой, которая на меня напасть хотела. Ну да. Работает. Если она живая после этого осталась, то я не знаю, что с ними делать. Да, она живая, она пошла дальше просто спокойно работать, косой косить. Окей. Я видел вот тут, да, тут что-то собирают. Тут какие-то плантации помидоров, огурчиков. V-Green, там, зеленый палец большой. Дамы и господа, подскажите, куда ехать? Я это самое, я только права получил, вы не обращайте внимания, что тут немножко размалываю все. А, вон, там, вижу, отъедь, отойди. Во! Собираем. Пшеничку. Что-то маленькое поле такое прям. Несерьезное. Я тут сверхсветовой скорости не достиг, а мне тут... А, вот, достигаю. Сверхсветовую. Ё-моё. Главное, что коза жива. Генри в порядке.
Подъем по лестнице. Интересно, я на этой хреновине по лестнице тоже могу подняться или нет? А ну-ка, ну-ка. Оптовая рыбалка, новое событие. Так, давайте мы пока комбайн оставим, припаркуем где-то так, чтобы не забыть. Извините. Все. Тихо, встаем. Комбайн оставили, значит, тут. Все, не забываем, где он. А тачка? Нормально, нормально. Значит, не только комбайн, не только... Пацаны, я этот транспорт угнал. Хотите со мной? Эй! Ребят! Ребят, погнали! Вы что, выйти не можете? Бодаем забор. Выползайте из этого, из... Господи, вы можете пройти уже. Я могу, значит, и вы можете. Погнали, погнали. На, сюда иди. Посадить могу? Не могу я тебя посадить. Ладно, иди обратно. Не хочешь со мной идти, не надо. Я хрен его знает, я поехал отсюда. Что это за непонятные мутки? Меня откуда-то украли. Куда-то привезли. Металлических заборов я не вижу. Электрозарядку зато вижу. Иголка в куче ящиков, новое событие. Слушайте, ну тут много чего есть, что можно поделать. Меня это прям радует. Я думал, что будет намного меньше всего. И машины не ломаются, то есть я могу врезаться во что угодно и пофиг. Раз, два. Хорош. Статуэтка золотого козла. Найдена фигнюшка. Фигнюшки в зоне раньше чистые угодья. Ни хрена себе. У вас мескот. Нормально. Так, пацаны, я зашел. Здорово. Что есть? Есть какая-то супер... супер травка, супер овес для козы. Нет, я тогда фрукты с собой... фрукты возьму. Фрукты мои. Питаться можно ими? Вау, 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 полиция! Полицию сбили. Ты чё, мразь? Ты чё, охренел, сержант Сьё? А ну ушла отсюда. Ебать. Да вы чё, черти? А, загорелась, да? Загорелась, тварь? На машине они свои приехали. Это Grand Fift козы, блядь. Тоже мне. Уведомление о выселении. Какое? Не надо меня выселять. Полиция едет, ты что, не видишь? Дурачок вообще. Странный. Мы, короче, в город едем. Я не хочу жить на ферме. На ферме меня будут мучить, соки выдавливать. Это что такое? Это трасса. Обнаружен трамплин. В зоне раньше чистые угодья. Нормально. В зоне раньше чистые угодья обнаружен трамплин. Что это такое? Почему мы в нефть перекрасились? Можно как-то с себя этот мазут снять, нет? Можно, спасибо. Металлический забор. Вот это металлический забор. Это металлический забор. Мы достигли сверхзвуковой скорости. Это замечательно. Давайте в обратную сторону поедем. Хочу прям очень быстрой скорости достичь. Ты нормальный?
Ишь нахрен. Не, он скачет забавно на шифте, просто очень забавно. Я хочу разогнаться на нормальную скорость. Не в ту сторону. Погнали. Хорош! Еще быстрее можем, нет? Слушайте, ну, в принципе, неплохо. Сделайте двойное сальто вперед или назад на 720. Нужно расстояние, чтобы можно было делать сальто. Вперед или назад на 720, это двойное сальто получается. Ну почти. Сальто назад. А двойное? Сальт назад. Мне нужно больше места. Нужен трамплин какой-то, прям я говорю вам. Добавьте что-нибудь во все ячейки снаряжения. Во все! Вы нашли свою первую фигнюшку. Так, хорошо, погоди. Трамплины, фигнюшки. Фигнюшки, вот она. Снаряжение. Пилгор. Меня зовут Пилгор. Высокий козел, вкусный козел, Тони Шарк. Так, хорошо, это хорошо. Шерсть. Сейчас мы себя это самое замаскируем. Только от камня отойдем, чтобы нас было лучше видно. Крашеный пеструшка, бамбуковый медведь, бронзовый купидон. Капра Коперникус. Буду Капрой Коперникус. Можно? Капра Коперникус. Рога. Недоросль. Маленькие бубки. Острые рога. Ребристые рога. Безопасные рога. Длинные. Рога братана. Рога любви. Рога любви хочу. Ноги. Я не вижу. Мне нужно... Я Капра Коперникус, ёпта. А ну, расступились. Замечательно. Ножки. Так, коньки, тапочки, кролики, Оксфорды. Мы джентльмены или нет, скажите мне, я вот думаю. Ведра с краской, гудки, ходули. Я думаю, в Оксфордах пойдем. Нормально будет. Пойдет. Секунду. Голова. Сумочка, легкий гантель, ушная бирка. Окей. Пойдет. Нимб. Туловище. Мы одеться можем. Тугосеря. Одеялка. Давай теплую попону. Когда хозяин гонит тебя на улицу, но ты хочешь сидеть дома и играть в Fortnite. Пойдет. Назад. Да не настолько назад. Спина осталась. Божественные крылья. Ну, по-любому. Нажмите, быстро жмите пробел, чтобы лететь в воздухе. Так, ну мы можем зависать. Зависать в воздухе можем. Хорош. Слышь? Ну да, ау-ау. Потушите себя водой, значит нужно возгореться вначале. Фабрика продолговатой еды. Сальто назад. Мне нужно двойное. Три. Двойной сальто назад. В смысле не засчитала? 720 градусов это два оборота, 360 полный оборот. Правильно я считаю? Два. Три.
Нет! В смысле нет? А ну подними меня наверх, я сверху буду это делать. Можно еще выше? Где мы? Выходим отсюда. Спокойно. Ну, коза, давай. Капра Коперникус. Здесь точно должна быть какая-то фигурка. Такой путь далекий. Подскакивает на брезенте. А как туда? А как туда добраться? Погоди. Подскакивать на брезенте. Хочу на брезенте подскочить. Два. Да блин. Эти крылья мешают. Крылья мешают прям. Нет! Что там наверху? Ладно, давайте прыгаем отсюда и делаем сальто. Я понял, мы не сделали ни хрена. Мне не нравятся эти крылья, они меня сбивают. Они что-то умеют. Давай вьючный мул возьмем. Это вообще не то. Они мне мешают прыгать. Они меня летают, эти крылья. Фигурка. Вот она, фигурка. Там наверху что-то непонятное. Раз, два, три. Сальто назад, X3. Игра, засчитай, пожалуйста, сальто. Лишнее. Опа. Найдена фигнюшка. Сальто вперед. Слушайте, мы переломались уже. О, чья-то халабуда, здравствуйте. Кто это такой тут? Кто живет? Кто так скромно живет? Дверь открываем, нельзя? Здорово, дракон, на тебя можно поплавать? Управлять тобой нельзя? Тут что у нас? Сюда тоже нельзя. Окей. Я куда-то убежал. Не знаю куда. Где я? Дамы и господа. Что-то прям долго грузит, долго. В смысле? Это я где нахрен? Я же на улице был. Или мне пошла загрузка, потому что я подошел к той трубе. Найдена фигнюшка. Спасение Стива, новое событие. Кто Стив? Стив, это ты? Облизывай мне Стива. Это не Стив. Как, ну, как погрузиться? Рыба может быть Стив? Бодает рыба. Облизывает рыба. Погодите, а где Стив? Стив, ты Стив? Кто из вас нахрен Стив? Козломизация. Открыто новое барахло где-то. Чел, ты Стив? Это Лиам Лопес. Ну ты вряд ли Стив. Ну попробуем. Оливия Левин. Пацаны, где Стив? Скажите, пожалуйста. Ты Стив? Морган Янсен. Ты Стив? Кто из вас Стив? А я не вижу Стива. Это рыба. Нет людей здесь. Но я подумал, может, рыбу зовут Стив. Ладно, Стив не хочет. Не дайте Стиву утонуть. Где он, ёпта? Этот дебил. Это не Стив. Да не дальше. Мне нужно не дать Стиву утонуть, а не тебе. Давай я рыбу вытащу.
Рыба, ты как? Ты жива? По-моему, ей плохо, на, иди обратно. Пацаны, это не Стив, это самое. Вы меня обманываете, наябываете. Я хотел тебя помыть, Стив, мне это не обессудь. Ладно, мне надо себя поджечь, потушить водой потом. А, тут есть что-то, где можно, от чего можно возгореться. Блин, на самом деле тут исследовать, не переисследовать эту игру, потому что я-то думал, что, ну, как бы зашел, поприкалывался и все, а тут... Чел, ты Стив? Это не Стив. Извини, я не хотел. Ау. Я не хотел. Пацаны, кто-нибудь знает Стива? Слышь? Фургон, владелец, Imogen, вон, я тебя сейчас догоню. На, сука. Угоняем транспорт. До свидания. У нас есть азот? Чего в этой игре нет? Извините, я просто козлик. Еще не все умею. Огонь есть? А если найду? Интересно будет, как будет владелец этого фургона объяснять, как его машина оказалась здесь и почему. Что каушен? Не даешь ты мне электричество? Что тут током бьется? Это? Перенесите дом. Уведомление о выселении. А, этот дом. Пацаны, переносим дом. Нельзя дом облизнуть и утащить? Нельзя, слушай. А как я его это самое? А чем я его перенесу? Не знаю, я... Можем попробовать, конечно. А, этой хреновиной! Погодите, внедорожник попадает под колеса. Попадаю под колеса внедорожника, ничего страшного. Ща я все перенесу, погнали. Поехали, дамы и господа. Боже, какой трэш. Что происходит? Сейчас доедем, пацаны, все нормально. Евротрак-симулятор начинается. Я не знаю, куда я еду, я не вижу. У меня дом застрял в деревьях. Не, ну чисто технически я его перенес в безопасное место. Теперь он не мешает никому, ни людям, ни зверям. Можно прокладывать дорогу. Нормально, пусть тут стоит. Ну, переехали немножко на 100 метров. Бывает. Давайте тогда что, подожжем себя. Ты это на меня быканула? Бычка. И тушим об воду. Тушим об воду. Хорош. Подскакивает на змее. Это великолепно, как наверх забраться. А именно вот так, да? А именно вот так, дамы и господа. Слушайте, какое-то безумие происходит. Тут сидит местный супергерой, человек глина. Почему-то он такого странного цвета. Тут тачка есть какая-то? Нет. Люди горят. Полицейские горят. Если вы заметили, я их не отнес к касте людей, но это все шутка, юмор. А, поскользить можно. Пожарная машина подпрыгивает. Физика великолепна в этой игре.
Она работает просто... Просто как оголтелая. В общем, я ожидал намного меньшего от этой игры. Я был уверен, что тут, ну, чисто зайти... Ё-моё, а чё вы тут выращивали? А чё ты тут выращивал, собака дикая, а? Хельга, чё ты выращивала здесь? Чё за растение? Ты чё, ботаникой тут занимаешься под домом? Мы легион, она говорит. Сучка. Ну какая? Имя вам легион. Тоже мне. Короче, от игры я вообще ничего не ожидал. Думал, типа, просто зайти поприкалываться на ферме, а тут прям можно устраивать дестрой, массовый хаос не только на ней, и возможности какие-то прям сумасшедшие. А, потому что мне кажется, что первая часть была не такая крутая по возможностям, что можно сделать. Там просто ходил, рушил объекты в маленькой локации. Или я плохо помню уже. Ну, в общем, прям приятно удивлен. Вряд ли... Золотое яблочко. Запретный плод. Гнев Господень обращен на тебя. Бог спросил, почему я вообще сделал... Коз? Ну мы украли запретный плод, дамы и господа, все. Какая оптовая рыбалка? Я яблоко из Эдемского сада украл. Вы что, издеваетесь? Я не знаю, куда его, правда, нести, но оно мое. Где мой этот самый? Вот он. Где мой дом? Башня, вон она. Я в башню себе отнесу, и все. Возможно, мне за это дадут что-то. Пацаны, все видели? Все видели? Никто не видел. Вы не видели, слышите? Не видели. Погнали внутрь. Яблоко где? Игра. Верни яблоко. Яблоко ж мое. Короче, внутрь яблоко не заносится. Окей. Ладно, мы его дотащили до своей башни. Мы подняться еще не можем, естественно. По какой-то странной причине. Давай наверх заберемся. Осмотрим свои владения. Ну, допустим, мы наверху. Допустим, мы наверху. Короче, кто хочет поприкалываться... Тут... Не трогай меня! Не трогай, бог! Меня бог наказывает, то молнией ударит, то подожжет. А что за господь такой? Господь же всепрощающий, а тут получается он всенаказывающий. Оставь меня в покое. Все, яблоко мое, оно тебе не принадлежит. Оно рядом с моим домом. Частная собственность. Подойдешь, из дробовика застрелю, как в Техасе. Тоже мне. У, сука. Дамы и господа, кто желает повеселиться, покрушить что-то, устроить хаос и вакханалию, пожалуйста, Goat Simulator 3, я думаю, вам она зайдет, по крайней мере, на пару вечеров, поискать здесь всякие фигнюшки, поискать возможности, что можно разбить, поджечь, заэлектризовать, утопить и так далее, и вам за это ничего не будет, потому что вы всего лишь миленькая коза. И это всего лишь игра. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании и под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующих играх и других видео. Всех обнял.